Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре очередная секс-игрушка для мужчин. Мастурбатор со множеством функций, который выглядит весьма оригинально. Ну что, заинтригованы? Прежде чем открыть коробку, сначала давайте поговорим о магазине, который предоставил этот продукт. Итак, игрушка от магазина X-Space Cup. Возможно, кое-кто заметил, что название схоже с известной компанией Илона Маска X-Space, которая занимается освоением космоса. Так вот, этот магазин мужских мастурбаторов занимается освоением граней мужского оргазма. Вы можете запускать свою мужскую ракету, не выходя из дома, и достигать космического оргазма благодаря игрушкам магазина X-Space Cup. В ассортименте полно разных мастурбаторов в таких категориях, как Automatic Stroker, Blow Job Stroker, Penis Pump, Penis Ring и так далее. Вот такой замечательный магазин. Ну что ж, пора открывать коробку. Тоже инструкция такая вот. Здесь зарядный шнур и вот такая вот игрушечка. Итак, давайте ознакомимся с комплектацией. Значит, в комплекте идет непосредственно сама игрушка, кабель для зарядки, я его уже показала. Инструкция на двух языках, английский и китайский. Если что, Google Translate поможет вам разобраться. Но использовать эту игрушку проще простого. Давайте посмотрим поближе саму игрушку. Так. Детальнее посмотрим на игрушку. Называется этот продукт X. Ace9, приведу основные моменты. Так. Так вот мы ее открываем. Такая вот киска внутри. Так она включается. Комбинация сосания и толчка. Сосание у нас на этой кнопке. Вот она уже начинает работать. Да. Так. Мощного вакуумного насоса, вакуумного отрицательного давления, сбора и нагнетания газа позволяет испытать удивительное ощущение сосания внутри. Тут же можно переключать и скорости. Так. Пока мы ее выключим, покажу кнопочку переключения скоростей. Вот. Так вот детально выглядит. Здесь четырехуровневый мясистый и реалистичный рукав, имитирующие внутреннюю часть реалистичного влагалища, система двойной циркуляции, нагрев и предварительный нагрев, чтобы во время использования игрушки вы вставляли свой пенис в уже теплую киску. Так. Вот скорости меняем. Нажимаем на кнопочки. Выглядит действительно как ракета, даже светится. Вот.
левое управление всасыванием, правое управление поглаживанием, растягивание и всасывание одновременно, независимое переключение передач и регулировка скорости. Так, все. Закрываем. Очень соблазнительная игрушка. Будь я мужчиной, я была бы очень довольна этой покупкой или подарком. Если желаете приобрести этот продукт или ознакомиться с остальным ассортиментом, перейдите по ссылке, которую увидите на экране. Магазин X Space Cup ждет вас. Ну, и я предлагаю вам посмотреть тест этой игрушки от моего дорогого тестера. Чтобы смотреть это видео было интереснее, я добавлю немного фетиша. Полное видео с тестом будет доступно на моих каналах. Приятного просмотра и увидимся в следующем обзоре.